нужно рубероид стелить на раствор. Песок 1 к 4 к цементу. То есть ведро цемента и 4 ведра песка. И стелится на такую подушку рубероид. Далее выкладывается кладка. Конечно же, диагонали все соблюдаются. Тут диагонали соблюдены. Правда, погрешность где-то у меня 0,5 сантиметра, даже чуть меньше вышло, но это ничего страшного. Сейчас на газоблоке выровняю, надеюсь. Ну, или так оставлю. Старайтесь, чтобы все-таки сантиметр в сантиметр было. Почему? Потому что потом будет тяжело вам крышу вывести. А на крыше это уже будет видно. Поэтому лучше всего, чтобы погрешность была меньше сантиметра. У меня несущая стена. Еще будет выявить квадрат. И еще в середине еще одна несущая стена. Она здесь. Бетона, я уже говорил, не хватит. Ой, не хватило. Про заливку бетона вам рассказывал. Не хватило бетона. И пришлось выровнять цоколь кирпичом. Фундамент немного лишнего взял. Сантиметров на 10, на 15. Газоблок саратовский. Говорят, еще волгоградский можно было бы. Но он что-то подороже. Это ГРАС из Саратова. 600-250 на 300. Его нужно будет утеплять. В принципе, вы можете брать 500-й газоблок. Но там, в принципе, можно его уже без утепления. Но если утеплять самому, то выйдет дешевле. Если нанимать, то там от 1000 рублей за квадратный метр. Это более 100 тысяч рублей, может быть. Я знаю, что вы сейчас в комментариях напишите, что он не так должен стоять, он наоборот должен стоять. Да-да-да-да, я знаю. Это я так раскинул просто. Сейчас здесь нужно рубероид постелить будет. После этого уже углы, как стемнеет, лазером отметить. Сейчас тут растворчик замешал, пока пожиже. Он будет пока застывать. Я займусь. Угольник вам еще пригодится, пока первый раз в жизни. Чтобы не позорить перед вами, изучу эту технологию. Примерно она у меня крутится в голове. И потом уже дальше будет. Так, еще в центр нужно будет накидать песка. Для чего? Для того, чтобы сделать потом чистовую стяжку. Потому что вот-вот вдарит минусовая температура, уже под вечер холодно. И песок уже не получится. Смотрите, кстати, сколько песка осталось. Вы видели эту здоровую кучу, 30 тонн, все ушло сюда почти что. Конечно, не 30, но много ушло песка. Перегородки планирую ставить прямо на пол сюда. Вполне выдержит. Тем более тут одна несущая и две вот эти газоблок. Десятка уж вполне может с этим справиться. Просто если бы я не залил плиту, да, это было бы дешевле чуть-чуть. Но дело в том, что делать зимой, это становилось бы все строительство. Поэтому решил так сделать. Пусть поэтому, ну так будет.